Всем привет, сегодня приехали укреплять. Стекло ставили, потом тут пленочек у нас приезжал, обклеивал это все дело пленочкой, затемнило. Но вот это место, тут коннектор должен быть, и это все болтается, стекло. Видно, да, сильно? И вот это тоже болтается. Сегодня мы привезли, заказали такой вот коннектор угловой. Его сейчас сюда поставим. Ну, так как стекло здесь поставлено как бы непонятно как, в общем, коннектор станет тоже непонятно как, потому что он вообще другая система. Вот, еще нам надо... Я сюда пойду. Еще нам надо с этой стороны тоже засунуть. Там тоже болтается. Сюда тоже зажимной профиль поставим. Сейчас все обратно разбираем. Стекло это вытаскиваем. Крепим зажимной профиль. Крепим эту штуковину. И все. Собираем на место. Так. Все, мы все раскрутили. Стекло у нас... Вышел, сейчас мы его вытащим и стороночку поставим. Давай, присоски бери. Кидай сюда вот. Сюда куда-то. Нет, не, горизонтально, чтобы они дал вот так. Нет, выше, выше. Обязательно, да, вот так вот, давай. И накачивай. Все спрятал, все, накачал, значит. На этом уровне, с этой стороны. Сейчас вытаскиваем. Так, чтобы сэкономить, мы взяли тот же самый профиль зажимной. Сюда ничего дополнительно не стали покупать, отпилили просто его. Вот, и сейчас его в этот в перегородочный профиль зафигачим. Давай, представляй, где дырочка была? Нет, 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 ниже, ниже, ниже. Видишь дырочка? Сделана была уже. Ой, а там пустота какая-то. Почему? А он, наверное, полый. Ладно. В общем, сейчас его закрепим, будет огонь. Все, профиль мы закрепили крепко. И закрепили вот этот коннектор. Он сильно пока не надо крепить. Так. Как нам потом оттуда выйти? Нам же надо будет его с той стороны закреплять. Ладно, как туда зайти? В то помещение. Вот. Все, подготовили. Соответственно, нам надо будет только сейчас стекло поставить назад. Крепим с этой стороны, крепим вверх, и все, работа сделана. Все, вверх собрали. Тут все четко у нас, плотненько. Сейчас с той стороны с того помещения зайдем, закрутим коннектор угловой и закрутим. Здесь прижмем, поставим туда подушечку. Снизу скрутим. Все, здесь стекло у нас жестко, жестко. Слово такое интересное. Эти в чехлы положи на место. Все. Конечно, не все удается показать, потому что камеры нет экшен. У нас продолжается сбор. Ну, что-то он остановился как-то. Почти 5000 собрали. Еще столько же надо, и чуть побольше. Так что все присылаем номер карты в комментариях. Не в комментариях, а в описании. Вот. Надо докидать нам чуть-чуть. Залез в этот чулан, сейчас надо все затянуть. Все. Все, чего вроде, да? Вообще жесть. Ну и здесь тоже. Сейчас сюда тоже накладку. На шестигранник убирай. В набор. Сейчас отрежем декоративную крышечку сюда. Ну вот. Все. У нас стекло закреплено с двух сторон. С этой стороны красивенько. Сейчас посмотрим, как там будет это все выглядеть. Все забираем и выходим из этого чулана. Вот это как все выглядит со стороны. Помещение, тут все жестко. Вообще. Тут тоже все жестко. Все. Всем пока. Подписки, комментарии. А мы поехали дальше.